Давайте познакомимся тогда. Я ровесник Химок, мне 85 лет. Здесь, в Химках, я вырос. Я тоже рос вместе со специалистами химкинскими. Самые лучшие специалисты в мире. Они достигли верха в науке. И я горжусь, что я живу в Химках и вращаюсь с этими специалистами, нашими специалистами. Самое яркое воспоминание у меня осталось – это первое, когда впервые мы сделали технологическое испытание жерды жидкостного ракетного двигателя. Я еще был тогда маленький, лет, наверное, 10-12 было мне по возрасту, может, постарше чуть. Вот. И для меня было это что-то. Это первое. Это детское. Более уже взрослое было, когда Гагарин полетел. Если говорить вот так, место одно и нельзя назвать. Есть место отдыха, есть место первое – это работы. Для меня, конечно, было это именно первое – производство, второе – производство, третье – производство, библиотеки, библиотеки, библиотеки. Я не выхожу из них до сих пор. Для меня стало это испытание, первое технологическое испытание двигателя. Она дала мне направление. Именно испытание двигателя, оно явилось основой для меня. Первое – это здоровье. Второе – когда будет здоровье, у тебя будет время для получения знаний. Поскольку мы россияне, мы должны думать о нашей великой России и всячески передавать то, что у нас есть молодому поколению.